Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 4 декабря 2021 года. Вот наши Марсель и Маруся. Смотрите, как линяет у нас активно Маруся. Малышка приобретает сразу такой же ярко-рыжий цвет, как у Марселя. Сегодня я уже их искупала для того, чтобы облегчить им процесс линьки. Отлично ребята кушают. И обратите внимание, малышка Маруся пошла активно расти. Ведь линька это как раз таки и есть рост нашего малыша Гаменочка. Пальчики линяют, спинка линяет, ножечка, лапочка линяет. Маруся смешно так чешется, все декорации в террариуме для того, чтобы поскорее снять вот эту старую тесную кожицу и остаться в новой, яркой и красивой мандаринового цвета новогоднего прямо шкурки, как у ее приятеля Марселя. Посмотрите, какая красотища. Наконец-то Маруся пошла у нас в рост. Долго она... Ну, возможно, переселение, возможно, стресс после переселения. Возможно, при транспортировке подморозили. Я не знаю, в чем была причина такого отставания в росте у Маруси от Марселя. Но я очень рада тому, что все-таки я добилась своего результата. Маруся пошла в рост, в активный рост. У Маруси хороший аппетит. Маруся кушает у нас и овощи, и фрукты, и насекомых. И это сказывается отлично на состоянии ее здоровья, росте, активности. При своем размере она не теряет контакта и дружбы с Марселем, который обогнал ее в росте. Но теперь я нисколько не сомневаюсь в том, что я смогу дорастить Марусю до размера Марселя. На этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам!